Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Диана Дима, и мы начинаем. И сегодня мы с бабушкой готовим булочки синнабон, уже во второй раз. Первый раз мы готовили, я снимала видео на это видео, к сожалению, к большому сожалению, осталось она на моем старом канале, а старого канала теперь уже нет, я его удалила. Марат Мирфаизов, я вам этом уже рассказывала. И видео у меня из галереи удалилось, и мы хотим обратно попробовать снять видео, и надеюсь, оно будет лучше, чем предыдущее. Так что давайте начнем. Сначала нам понадобится 25 грамм дрожжей и стакан теплого молока. В теплое молоко нам добавить 1 столовую ложку сахара. И перемешать. Вот эти 20 грамм дрожжей. Подожди. Теперь, когда молоко остыло, нам надо добавить дрожжи. Как открывать? Открой. Ножницы надо взять и отрезать. И теперь мы, когда перемешали эти дрожжи с молоком и с сахаром, надо отставить это в теплое место на 5 минут. Потом нам нужно сливочное масло и 2 яйца. В сливочное масло мы ложим 4 столовых ложки сахара. Теперь, когда вы размешали это все, то нужно добавить 2 яйца. И это потом размешать. Все, когда вы взбили вот это, надо добавлять молоко и, ну, что у нас вот это дрожжи. Вот настоящее, молоко и дрожжи. Все это мы выливаем вот сюда. Теперь мы добавляем муку. Мешаем. 500 грамм муки добавляем. Так, все, закрываем крышкой теста, чтобы на 30-40 минут в теплом месте, чтобы оно поднялось. Все, мы уже сейчас будем доставать тесто, и я насыпала вот такую вот чашку 20 грамм корицы и 7 столовых ложек сахара. И вот так вот это размешаем. Вот и тесто у нас уже поднялось. Вот так вот. Теперь надо раскатать тесто. Вот так вот я катаю. И разогрейте духовку на 190 градусов. Вот что у нас получается. Вот какая у нас лепешка получилась. И теперь эту лепешку надо смазать под сливочным маслом. Смазываем эту лепешку сливочным маслом. Все хорошо. Теперь мы смазали и будем теперь насыпать корицу. Всю эту лепешку надо посыпать хорошо корицей. Вот такие вот корицы. Вот таким вот образом, чтобы ничего не оставалось. Все должно быть посыпано корицей и сахаром.
Теперь это все нужно скрутить в рулет. Четыре руки. Вот так все скручиваем. Вот так. Теперь отрезаем это по 4 сантиметра. И ложим это все вот сюда. На противень. Все это мы будем укладывать два раза, потому что у нас ничего не поместится. Накрываем это полотенчиком и оставляем это все на 5 минут. 5 минут прошло. Вот и все. У нас уже все готовится. Это все у нас эти наши булочки синнабон, которые называются, отправились в духовку, разогретую на 190 градусов. И на 20-30 где-то минут, ну где-то на полчаса. Поглядывайте, посматривайте, они будут готовы. Все, выпеклись наши булочки, и все, что я вам хочу сказать на прощание. Всем приятного аппетита, кто сделал эти булочки, и если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. И всем пока-пока!